Dad, be good. I had a good week, Santa. Аля, почему в Марцане-то? Как почему? Потому что я тут живу. Потому что с этим районом у многих из нас связано такое ощущение любви и ненависти одновременно. Потому что это ощущение, что мы убежали из дома от таких вот, из таких вот районов, где нам душно было, где нас не понимали, не принимали, где мы не могли быть такими, какие мы есть, где все было нам узкое и маленькое и не дружественное. Вот. Но с другой стороны, мы не можем там, откуда мы приехали, и пойти к нашим родителям, к соседям, к друзьям, которые живут в таких домах, и рассказать, и показать громко, бунтовать ярко. Вот. А здесь мы можем это сделать, потому что здесь большое количество русскоговорящих людей живут, люди, которые, как бы мы хотели или не хотели, напоминают нам тех людей, те места, откуда мы приехали. Мы все равно являемся, хотим мы или не хотим, носителями одной культуры, языка. Поэтому мне кажется, что это такое очень, очень сильное место. Поэтому Марсан прав. Украинского народа в этой полномасштабной войне, которая ведется уже 115 дней. Es ist entstanden aus zwei Wörtern, die sich zusammensetzen. Aus dem ukrainischen Wort Bund, was für Rebellion steht, und dem deutschen Wort Bund, was für eben für ein buntes Durcheinander und Miteinander steht. Und inspiriert wurde dieses Motto von der Standhaftigkeit der Ukrainerinnen, die heute im Krieg gegen die russische Aggression kämpfen. Эту войну Россия ведет против Украины, против свободы, против демократии, против неправильных людей, против разнообразия. Сегодня мы обращаемся с требованием ко всем. Мы говорим: бунтуй! Мы говорим: активно сопротивляйся этим безнравственным законам, этой бессмысленной войне. Sei bunt, sei stark, sei schwach, sei du selbst. Und denke daran, vergiss nicht, die Diktatoren beginnen nicht von heute auf morgen. Sie fangen mit der Unterdrückung der schwächsten Gruppen dieser Gesellschaft.
Марцан Прайд для меня это небольшая сбыча мечт, потому что мы давно о нем мечтали и хотели, и вот уже третий раз сделали, и вообще просто. Плюс мне очень нравятся вот эти вот все высотки железобетонные. Вот я в них вырос, Северный Казахстан. Я здесь себя чувствую как дома. И мне это все кажется небольшим таким, такой репетицией прайда в Казахстане. Понимаешь, мы создали уже декорации, мы подготовились так. Кустанайская область, здесь фонтан, там купаются дети, выходим сюда. В общем, я думаю, что когда-нибудь я приеду в свой родной город, где я родился, на прайд, и я уже буду знать, как себя вести. Здесь сосиски, здесь группа танцующих девочек, танцующие мышки. Мне все нравится, вот. Ну и, конечно, есть еще ощущение, что ты показываешь себя. Да, я где-то ощущаю себя человеком-праздником, да, что все мы такие люди-праздник, мы пришли и дарим Марцану возможность порадоваться вместе, где-то быть частью этого праздника и одновременно возможность задуматься. Где-то, может быть, что-то, не знаю, что-то передумать свое там, вот, привыкнуть к тому. Потому что многие из русскоязычного комьюнити, а в Марцане много русскоязычных комьюнити, часто говорят такую фразу: у нас такого не было. Вот. И тут приходим мы и говорим: извините, вы ошиблись. У нас такое было. Вот оно перед вами стоит. И, возможно, это тоже молчащие ваши дяди, тети, бабушки, дедушки, транс, может быть, дети. И всем нужна поддержка и, ну, просто право на счастье. У каждого есть свои личные требования. Я, допустим, требую оружия для Украины. Как человек, который, не знаю, проходил альтернативную службу, был пацифистом. Вот, и сейчас я прожил метаморфозу, и она осознанна, осмысленна и кажется мне единственно верной. Мы изнежены солнцем, облиты дождями. Спасибо воде за огонь между нами. И если будет боль, пусть будет боль. Но мне как-то не больно, когда ты спокойна, моя королева. Я твой король. Еще чуть-чуть и домой. Потом скучаю по дому, по тебе и по маме. Не могу по-другому, по Кириллу и Лёше, где каждый хороший, где каждый друг с другом знаком. Yeah. Что для тебя Марцан Прайд? Для меня Марцан Прайд — это много работы. Но это еще самое большое, самое главное мероприятие года нашей организации. Вообще всего мира. И вообще всего мира. К тому же это единственный прайд в Марцане. Это уникальное мероприятие. Вот это для меня Марцан Прайд. А еще это вызов такой, потому что мы его проводим для русскоязычных, для тех, кто не очень нас понимает. И приходим, показываем, какие мы яркие, красивые. Поэтому это, конечно, политический стейтмент. А на наш слоган «Бунтуй» мы, во-первых, вдохновлены были как раз-таки типа протестным движением против войны, сопротивлением, которое показывают украинцы, защищая свою страну. И все украинское сообщество, которое выходит здесь, в Берлине, каждую неделю до сих пор на акции. И для нас мы хотим еще раз показать, что русскоязычное, русскоговорящее пост-ост-сообщество, не только русскоговорящее, мы все поддерживаем Украину, украинский народ, мы хотим, чтобы их голоса были услышаны. Многие из людей, которые бежали от войны и получили как-то помощь от квартиры, участвовали в подготовке и участвуют сейчас в Марцан Прайде. Вот, поэтому этот прайд — это их прайд в первую очередь. Классно, спасибо. Thank you.
означает Марцан Прайд? Наверное, это твой первый прайд. Так понимаю, что ты из Украины, да, приехала, мне коллеги рассказали. И что для тебя это мероприятие означает в контексте того, что происходит сейчас в Украине? Давайте начнем сначала, что такое прайд. Это за права, за равные права, за уважение друг друга, за уважение границ друг друга. И поэтому я считаю, это прекрасный повод отметить этот праздник. И то, что он находится здесь, ну, это русский квартал, да, и то, что у меня есть возможность здесь выступить с украинской песней, я считаю, что Германия в полной мере показывает, что здесь все равны, и есть возможность, то есть стремление быть еще лучше. И я надеюсь, что в моей стране, в моей демократической, любимой стране тоже будет все так же хорошо развиваться, и я надеюсь, как можно скорее. Кадила. Я вообще врач, травматолог-хирург, работаю в клинику Мам Обан. И сегодня у меня была ночная смена, поэтому я немного уставший. Но для меня очень важно то, что тут происходит. Особенно в контексте ситуации в Украине. Потому что любая война – это гомофобия. И гомофобия с двух сторон. А еще те люди, которые в церкви говорят о мире любви, о мире всего мира – Господу помолимся, они топят за войну. И я хочу забрать у них прекрасные костюмы и использовать их по правильному назначению. Именно в такой форме перформанса. И это достаточно политический акт для меня, потому что я из Беларуси, и ситуация в Беларуси так себе тоже. И зато я тут. Вот мой муж, и я могу выступать в Берлине, находясь, к сожалению, не в той стране, где я родился, но там, где я нашел свой дом. И Марцан, тут нашли дом многие русские, переехавшие после падения Советов. И они так и остались тут. Ну, поэтому мы идем к ним и дискутируем.